Чтобы спасти своего брата Луиджи, Марио оставал собрать всего пару монеток, но вдруг он съел что-то не то. Он превратился в пирата и попал в совершенно другой мир, где встретил ужасного монстра. А потом еще одного монстра на четырех колесах и с острыми зубами. Но наш Марио не испугался. СПТВ представляет! И сегодня Супер Марио со своей командой отважно бьется с огромным каменным монстром! Вы думаете, где он? Вон он летит! Вот это да! Это же Бамс! Вы не знаете, кто такой Бамс? Это один из ужасных врагов Марио! Давай! Марио, мы в тебя верим! Ты сможешь победить! Что? Что за рычаги? Неужели нам нужно крутить рычаги, чтобы Бамс только что бамснул принцессу Пич! Вот и как же так? Ребята, спасайтесь, кто может скорее! Так, нам нужно выбрать один или ноль. Один или ноль. Мы выбрали один. Так, Марио, раз, два. Ой-ой-ой. Раз, два крутанут, и Марио попал снова. Марио, ты как там живой? Ребята, скорее пишите в комментариях. Марио, выживай! Чтоб мы могли победить в этой игре. Нет, лучше пишите в комментариях. Марио, побеждай! Чтобы мы победили этого Бамса. 180 тысяч подписчиков на канале СПТВ. Против тебя одного. А, Бамс, ты готов к такой битве? Думаю, еще нет. Засопич, не в ту сторону! Ой-ой-ой-ой-ой, зря она крутанула. Раз, два, три. А нет, не зря! Варио попал! Прощай, Варио! Если кто не знает, то Варио это враг Марио! А не враг, может показаться. Вот такие вот у нас пироги! О-о, Бамс хотел раздавить Варио, но не догнал. Давай, Марио, соберись! Мы побьем этого здоровяка! Нам не страшны никакие великаны! И какие бы у них не были в голове тараканы, мы их побьем! Вперед, вперед! Бамс, бамс, бамс! Прям по бамсу! Вау! Луиджи, да ты молодец! Мы победили! Спасибо, ребята, за ваши лайки и комментарии! Потому что они творят чудеса! Наш Супер Марио побеждает! Круто! Что это? О нет! Мы попали в руины Бамсов! Мы только что побили одного Бамса, а теперь все Бамсы всего мира объединились против нас! Но ничего! Наш Марио на супер крутом монстр-траке! Кто любит монстр-траки, ставьте лайк и пишите в комментариях «Монстр-трак»! Но вы же знаете, что такое монстр-трак? Это такая огромная машина с большими колесами. Ну, как у меня вот-вот-вот. Вообще не как у Марио. Марио, вперед! Надеюсь, город Бамсов нас не забамсит. Хорошо, идем! Погнали! Кто нас обогнал? Вау, Бамс, спас, уворачивайся! Ой, пронесло! О-о, пещера Бамсов. Ох, не нравится мне здесь. Нужно что-то взять. Мы взяли бумеранг. И только что сбили Зельду. Ой. Мы под прицелом. Нет, мимо. Отлично, Марио. Вперед. Как эта малявка нас обогнала на своем тарантасе? Ну такая маленькая машинка с такими маленькими колесиками. А у нас огромный монстр-трок. Эй, кто нас подбил? Я тебя запомню. Ха, видали, какое сальто Марио? Оу, нас подбили. Но мы все равно выберемся. Мы пятые, все хорошо. Выбираемся. Ого, тут там целая торпеда пролетела! Вау!
На 9-м месте? Как же так? Опа, разом обгоняем троих, и мы уже на 6-м, на 5-м месте. Вот это я понимаю скорость. Это что за черепаший монстр? Если спасение с огромными курками. Бамс. Не попал. Этот город бамсов нас не запугает. Потому что Супер Марио здесь гоняет. Я вам все помните говорю. А вы любите стихи? Может кто-то даже пишет? Или вы любите рэп, рифмы? Напишите в комментариях, чем вы любите заниматься в свободное время. Но мы вот в Супер Марио в свободное время играем, гоняем. О, второе место. Неплохо, Марио. Давай соберись. Что? Что это? А? Как? 15-0. Это же Бу! Не знаете, кто такой Бу? А вот теперь вы знаете! Вон, белый шарик с ракетной теннисной. Он заманил нас в ловушку, чтобы не отпускать брата Марио Луиджи! Вот Луиджи попал в беду, и чтобы его спасти, Супер Марио нужно пройти все испытания! А их ой как много! Мы справимся! Ха-ха! Забили мяч! А вы этим летом играли в теннис? Вообще, ребята, пишите в комментариях, какие игры вы играли этим летом! Мы вот этим летом активно с Марио занимаемся теннисом, и у нас неплохо получается! Видали? Ха-ха! Я его учитель, между прочим! Жуткий! Марио, бей! Вот это удар я понимаю! Эй, бить зеркала так нечестно! Это не зеркала, это целые порталы! Отбили? Давай, Марио, мы в тебя верим! У тебя все получится, Марио! Как же так? Хитрит, Бу, ну ничего, он нас не запугает. Вау, вот это удар. Ха, получай, на тебе. 0-15. Хе, вот так видали, как Супер Марио умеет бить. Давай, Марио, соберись, еще немного, еще чуть-чуть. И мы побьем Бу! Что? Как он смог отбить удар? По 15. Подожди, где? Как так? Это Бу играет не по правилам! Давай, Марио! Молодец! Где мяч? Где мяч? Вот он мяч! Еще немного, еще чуть-чуть, я уже чувствую вкус победы! Давай, Марио, бей! Марио, бей! Бей, Марио! Нам сломали ракетку! Что? Так нечестно! Ладно, не смогли победить Бу, тогда мы победим самого опасного робота! Меха-паука. Сейчас я вам покажу. А Марио у нас сменил костюмчик. Как вам костюм Марио-пират, э? А Марио-пират-воробей! Или нет, капитан Марио-воробей! Во! Ну что, Марио, готов? Отправляемся с тобой в приключение по спасению братцу Луиджи. Ой. Эй! Ты в порядке, Марио? Соберись! Вот он, этот паучок! Это сороконожка! Две сороконожки! Вот это да! Мы будем биться сразу двумя сороконожками! Нам нужен танчик, мы зашляпили танчик! Ха-ха-ха! Я обожаю просто играть в танчики! Давай, Марио! У тебя все получится! Эй, танчик, ну-ка кыш отсюда! Куда эта сороконожка делась? Железная нога! Оу!
Вау! Да у него еще пушек столько! Ай, что? Ребята, срочно нужна ваша помощь! Пишите скорее в комментариях! Супер Марио! Стреляй! Чтобы мы могли победить эту сороконожку. Я очень не люблю сороконожку. Это наш шанс, говорит Кеппи! И я делаю все, что могу в яблочко! Круто, круто, круто! Сейчас мы победим сороконожку железную. А ее зовут Мехабилия. Вот так. Давай, Марио, еще немного, еще чуть-чуть, мы в тебя верим! Что? Где она? Какая хитрая, прям в стене дыру делает, исчезает мне, я тоже хочу такую способность. А, попалась сороконожка, беги-беги! От Супер Марио далеко не убежишь! Оу, что? Как так? Нет! Этого не может быть! Ну ничего, мы еще вернемся обязательно! Ребята, хотите продолжение? Тогда зажмите скорее колокольчик на канале СПТВ и Супер Марио! Обязательно! На СПТВ! Ты подпишись скорее, друг мой, потому что на СПТВ весело ставить лайки.